Всем привет! Вы на канале Фанни Йоркширский Терьер. И сегодня у нас будет док-влог о поездке в ветеринарную клинику. Дело в том, что 16 ноября планируется стерилизация, а сегодня мы едем для того, чтобы сдать анализ крови и удостовериться, что у Фанни все хорошо и, возможно, операция. Если анализ крови будет плохой, то операция невозможна. Вначале тогда собаку будут лечить, а только после этого делать стерилизацию. Чаще всего, если есть какое-то воспаление, лечится около 2 недель, то операция откладывается после следующей течки, так как лучшее время для стерилизации после окончания течки между 2-м и 3-м месяцем. Тогда лучше всего собака восстанавливается после операции. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто еще не подписался, и ставьте нам лайки. Мы сейчас с Фаней на утренней прогулке. У нас снова в стране ведет карантин. И, честно сказать, я бы, наверное, лучше откладывала стерилизацию. Но так как я уже была записана к врачу, договорилась на время отпуска, если все хорошо будет у Фани с анализами, то, наверное, мы будем ее делать в следующий понедельник. Если же нет, то придется отложить на весну. Мы уже погуляли и сейчас идем домой, чтобы покушать и собраться к врачу. На завтрак Фаня будет есть вот такой вот корм от фирмы Монге с говядиной. Там 2 вида мяса: паштет и кусочки говядины. Я его купила, чтобы попробовать, будет ли есть Фаня говядину. Дело в том, что сухой корм с кроликом снова пропал. Я хотела заказать его 2 недели назад, но пока невозможно. И также сказали, что производитель пока его не производит. У меня 2 варианта. Перейти на сухой корм Монге с говядиной или корм Платиум с говядиной. Посоветую сегодня с врачом, что он лучше посоветует. Вот я корм порезала. Кусочки одни вот такие вот большие, а вторые в виде паштета. Не знаю, будет ли Фаня сегодня сама есть. Вот Фаня. Мы уже дома, лапы помыли. И надеюсь, что она поест сама, а не надо будет ее кормить с рук. Так как консерва это новая, она ее еще не пробовала. Нет, ей понравилось, значит, можно такую покупать. Сейчас я поверну тарелочку, чтобы ей было удобно кушать. Одену я Фане вот такой вот комбинезон. Утром, в котором была, он мокрый. Я его повесила сушить. Под комбинезон одену такую маечку. И одену наши ботиночки, которые мы носили прошлой зимой. Так как Фане будут брать кровь, не хочу, чтобы она занесла какую-то инфекцию. Вот я Фаню одела. Вот так вот она выглядит в комбинезоне и в ботиночках. Сейчас мы уже будем выходить и встретимся на улице. Так как наша дорога сегодня получилась так, что мы попали с автобуса на автобус, я ее сегодня не снимала. Мы с Фаней доехали. У нас еще где-то 20 минут. Мы сейчас погуляем. Может, Фаня сходит в туалет. Вот вы видите, сегодня она у меня в ботиночках. У нее совершенно нет никакой реакции. Она никак на них не реагирует, только вначале немножко оглялась. Теперь уже идет спокойно, будто в них ходила всю жизнь. Мы уже подошли к клинике. Фаня всеми упирается, не хочет идти. Я думала, что она за 2 месяца забыла о неприятных процедурах. Но, видимо, люди не правы. Собаки не забывают о неприятных процедурах или о приятных вещах. У них память хорошая. Мы с Фаней уже в клинике. Фаня заглядывает в регистратуру.
Ждем приема к нашему врачу. Фаня уже более спокойно здесь реагирует. В прошлый визит она пищала, в этот раз она не пищит. У Фани взяли два анализа крови, сейчас мы ждем результатов. К Фане подошел ветеринарный врач, чешет ей пузико и заодно осматривает, так как недавно Фаня переболела воспалением паранальных желез. Эта клиника мне очень нравится, так как очень внимательное отношение к животным. Ветеринар относится к животным с любовью. Всегда спрашивает, что кушает, хорошо ли кушает. Специалисты очень профессионально лечат. Всегда точно ставят диагноз. Делаются дополнительные анализы, если нужно. Сейчас мы с Фаней остались вдвоем и ждем результатов. Фаня все время смотрит на дверь и попискивает. Не знаю, почему она в таком состоянии. Возможно, из-за того, что ей взяли кровь. Мы сходили к врачу. Идем на остановку. Анализ крови у нас хороший. Операция назначена на 16 ноября в 10 часов утра. Врач успокаивает, говорит, что все будет хорошо, но я все-таки сильно волнуюсь. И, кстати, интересную вещь она мне сказала. Я даже не знала, что если ты сам ветеринар, когда заболевает твое животное, ты сам его не лечишь. Так как она говорит, что адекватно уже реагировать не сможешь на такую ситуацию. А я думала, когда была меньше, что если ты ветеринар, то можешь лечить свое животное. Оказывается, нет. Так же, как и врач, никогда не оперирует своих родственников. Сделали небольшие покупки, которые покажем дома. Пока мы ехали до дома, стало совсем темно. Мы сейчас идем. С Фаней погуляем сейчас, пока идем до дома. И больше выходить вечером не будем. Это наши анализы, которые нам отдали с клиники. А это наши покупки, которые мы сделали сегодня. Купила два мешочка. Один Фане на день рождения, другой на рождественские праздники. Оленя, так как своего Фаня уже почти обтрепала. И вот такие вот лакомства тоже положу в мешочек, который будет с подарками на день рождения. Вот такое у нас сегодня получилось видео. Надеюсь, кому-то наша информация будет полезна. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто еще не подписался, и ставьте нам лайки.